Это заведение бросается в глаза и ночью, и днем. Здесь практически все выполнено из дерева. Столы, стулья, барная стойка и перегородки. А главное, приглушенный свет, как в берлоге у медведя. И название паба соответствующее – «Гризли». Наряду с уникальным интерьером – обширное меню с блюдами европейской, кавказской и итальянской кухонь, а также вкусные десерты и богатая барная карта. Ну и, как свойственно пабу, море пенного напитка. Более 15 сортов производителей из Сочи, России и стран Европы. Конечно, фирменные блюда у нас присутствуют. Очень много закусок именно к пенному напитку. Наше фирменное ассорти из колбасок, из сырных там аппетайзеров, которые в нем представлены. То есть и подача хорошая, очень вкусно. Фирменный салат «Гризли», ну, потрясающе, потому что его все берут практически каждый день, пишут отзывы. Очень хорошие. Ну и фирменный коктейль от бармена тоже называется «Гризли». Может, у нас тоже его попробовать. «Гризли Паб» – отличное место для тех, кто хочет уединиться или погулять в шумной компании. Для разных видов отдыха предусмотрены три зала с живой музыкой на 80 человек, лаунж и банкетный на 20 персон. Любители паровых коктейлей смогут уютно разместиться на мягких и широких диванах, посмотреть на большом экране фильмы, музыкальные клипы или же поиграть в PlayStation. В пабе «Гризли» принимают заказы на проведение новогодних корпоративов. Средний чек – 1500 рублей на человека. Алкоголь можно с собой. А в ночь с 31 декабря на 1 января в пабе будет не по-зимнему жарко. Вы можете посмотреть в интернете, вот, и также прийти к нам, обсудить полностью меню, в котором будут представлены холодные, горячие закуски и горячие блюда, конечно. Дед Мороз, Снегурочка, диджей, живая музыка, подарки. Все будет очень весело, поэтому ждем, приходите обязательно с 31 на 1 отмечать Новый год в «Гризли Паб». «Гризли Паб» ждет гостей ежедневно с 11 утра до 12 часов ночи, в новогоднюю ночь до 6 утра. Паб находится в самом центре города, по улице Конституции, 26А. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.